чтобы было понятно. Значит, пуск аммиака, вот нового аммиака, такого новопостроенного, типа такого, которого еще в России, не только, ну, как бы, скажем, ни в Союзе, ни в России такого еще нет. По производительности, по экономичности, значит, не было, ну, может, будет, но все равно мы будем первые. И, наверное, по самой современной технологии. Но тут надо учесть одно. Пуск аммиака нового построенного, все-таки эта процедура довольно длительная. Основные неудобства. Значит, первое, это поскольку очень высокие требования к чистоте поверхностей, паропроводов, оборудования основного, то будет довольно длительная продувка паропроводов и оборудования паром высокого давления. Им будем продувать паропроводы и часть оборудования. Это делается для того, чтобы не было никаких посторонних включений в систему. Поэтому, конечно, вот определенный шум это будет. Вот как честно, значит, абсолютно вреда нет, потому что это пар, получаемый из воды, ну как, посмотрите, с которой вот обычно вода дистиллированная, которую вы, наверное, все знаете, ну это вода довольно грязная. И можно сказать, что наша вода, которую мы у себя получаем, вот причем получаем ее из, вы уже, наверное, знаете, да, вот столько поверхностного, вот, которое тут довольно сильно влияет на экологию, что вода, то, что было заложено, получение воды очень чистой, мы ее получаем, вот из нее делаем пар. Факела, наверное, будут гореть, думаю, зажжем мы их, наверное, месяца через 2,5-3. Вот, то есть, когда увидишь, что тут факела, что это мы уже, вот уже получение аммиака довольно близко. И подожди, потом, когда самый пик, и потом, как только мы уже выходим начинаем восстановление колонизатора, выходим на аммиак, факела будут потихоньку уменьшаться. И потом просто останутся только черные горелки. И вот тогда уже не видно будет ничего. Вот так только уже факела начнут уменьшаться, все, значит, мы уже на готовой продукции. Все-таки от факела еще вот шум. Ну, это шум, что, конечно, определенный шум, особенно когда факел будет вот в самом пике, все-таки будет определенный шум. Вот то есть, но вреда как? Я могу сказать, чисто вреда нет, поскольку именно факел для того и считается рассчитанный, чтобы все продукты сгорали, чтобы в итоге мы имели только СО2 и воду, чтобы никаких вредных выбросов не было. Значит, по расчетам, значит, которые к нему он обязан соблюдать, это где-то будет примерно 85-90 децибел. Я почему предупреждаю? Сейчас тихо, да? И потом, когда вот неожиданно появляется шум откуда-то, сразу нормальный человек, что такое, откуда, что возникло. Вот потому, большого такого, что будут ходить стекла там, вот этого не будет, не переживайте. Этого не переживайте. Типа гула, да, такое? Да, будет гула. И какое время? По времени я могу сказать, что это будет определять, значит, где-то она может быть от месяца до 3-4 недель. 5 недель максимум. То есть круглосуточно? Потому что вот как только мы зажгли, вот увидите, значит, это уже близко к продукции, и я сказал, то есть он как будто идти типа, для того, чтобы весь газ ушел на факел, чтобы не допустить никакого выброса. Это сделано специально. Когда примерно? Я понимаю, это лучшее, что есть. А? Это лучшее, что есть. Я сказал, по технологии, да? Да. Я сказал, понимаете, у нас здесь нет и не принято каких-нибудь веществ, которые имеют резкий запах, которые бы хотя бы выходили за пределы. Но и там запахов никаких нету. На производстве аммиака вообще, кроме пара, еще вообще нет ничего. Значит, при работе у нас здесь, значит, транспортируют только газы и жидкости. То есть ничего такого, значит, это все компрессора и все же компрессорные насосы, все новейшее, потому что у нас по контракту, что только импортное оборудование именно вот на самом современном уровне. Аммиак транспортируется в цистернах. Значит,
цистерны, значит, я могу сказать, что, наверное, одни из самых жестких требований, которые я знаю по цистернам, это наверное, коньяку. Ну, может быть, еще более жесткие, только хлор еще относится. Она проходит проверку, тарелка пред клапаном, все. Человек, который провел, расписался, и только после этого, значит, наши специалисты принимают систему подзалива аммиака. Без документов, что цистерна проверена, чистая, исправная, ее никто по залив не ставит. После того, как ее залили, она, прежде чем она выходит за пределы уже завода на нагрузку, она снова проходит осмотр, то есть мало что удалили, что-то там это тот. Снова провели осмотр, что все нормально, никаких этих вот следов, запаха, это там же крутим, там датчики стоят, везде намяк. То есть сразу еще тот уже. То есть снова все это посмотрели. Опять человек расписался за это дело отвечающий. Все, только после этого мы говорим, можно выезжать. Я могу сказать, что там требования довольно жесткие. Кстати, аммиак цистерны, в отличие от допустим, других теход, у них нет права на продление срока эксплуатации. Допустим, если, допустим, вагоны вот обычно там их там продляют там, по 5, по 6 раз, аммиак цистерна, вне зависимости от ее техсостояния, все, она свою структуру работала, все. Ее уже на мяке используют. Я хочу еще сказать одну вещь, то что мы уже пытались публиковать в местных СМИ, как информировать население. У нас уже началась пусконаладка, и в ближайшие 2 месяца мы вас будем беспокоить, наверное, шумом немного. Мы будем пытаться применять различные технические средства, но, к сожалению, не везде это возможно, поэтому будет иногда посвистывать. Не пугайтесь, это как бы нормально. Вот. Ну а наиболее такие эффектные вещи, это где-то ноябрь, декабрь, мы будем уже пускать, получать продукцию. В это время за углом вы увидите факел, из этого факела будет вырываться огромное пламя. Вот. Его будет видно отовсюду, там, от Кингисеппа, из поселка. Поэтому абсолютно не пугайтесь. Это, ну и по возможности соседей, там, знакомых предупредите, это нормальный процесс. Вот. Та некондиция, тот первый продукт, который не соответствует качеству, он сжигает. С точки зрения безопасности, поскольку при определенных условиях аммиак и СО2 могут образовывать так называемые карбонаты, которые могут закупорить факел. И вот для того, чтобы их разделить, потоки разделили, и поэтому уже здесь, то есть это опять с точки зрения безопасности сделано абсолютно. Емкости с водой глубоко обезжиренной, которым я говорю, по сравнению с которой даже обычная вода дистиллированная довольно грязная. Это особенно вот эта 32-я, Илюша, где у нас, в общем, где та вода, вот, которую вы все знаете, да, чтобы вы понимали, вода проводит электрический ток. Все знают, да? Так вот, на самом деле, вода электрический ток не проводит. Электрический ток проводят те соли, которые в воде находятся.
Вот если из воды убрать соли, вода здесь ток проводить не будет. Так вот в этой емкости находится вода, которая не проводит электрический ток. Сегодня вы получили ответы на все свои вопросы, что вы ехали сюда? Да. Получили. Ну, а по вашему мнению, насколько безопасно? Насколько здесь потрачено денег? Нет, это какая-то погода. Как погода будет? Как это? Использовано современное оборудование. От несчастных случаев никто не застрахован. Максимально возможная безопасность обеспечена. Остались ли у вас вопросы? Так, как он рассказал, вопросов не знаю. Потому что то, что меня интересовало, он все... На самом деле... Там не первый год приезжаем, общаемся с руководством. Северо, да, это так представить. Это объект, и всегда вопросы полные, всеобъемлющие, достаточно информативные. Никогда ни один вопрос без ответа не остался. Это, в принципе, радует.